редакція. Привіт, це редакція. Зараз в Україні дуже багато екшену та інфоповодів. Нам випала можливість запросити в студію американського журналіста Кріса Колісона, щоб дізнатися, як ситуація в країні виглядає зі сторони. Кріс, вітаємо вас в редакції. Спасибо. Що ж, для початку, introduce yourself. Мене зовут Кріс Колісон, я журналіст, і я здесь в Украине на стипенд программа Fulbright, чтобы проводить исследования по поводу гражданского общества, развития гражданского культуры и так далее. Но до этого вы еще и работали журналистом, то есть знаете украинскую тусовку с середины трохи медиа. Окей, еще раз. Давайте сразу переходим просто на русский прямо с этого момента. Хорошо. До этого момента вы работали в украинских медиа, и то есть тусовочку изнутри украинских журналистов примерно знаете, что происходит. Ну да, я работал в СМИ в Украине с 11 до 15 году в Киеве, в принципе. И тоже как фрилансер на Донбассе и много местах в Украине. Очень интересующий вопрос. Как американский журналист, в Украине есть свобода слова? В Украине именно? Да. Ну, можно сказать, что есть. Большинство на интернет примерно. Но есть большая телекомпания, где я смогу сказать, что есть влияние из бизнесменов. Но через интернет есть хорошее издание, которое, я считаю, свободное слово есть. А вот я понимаю, это сомнительная аналогия, но вот где вы чувствуете, что вы можете позволить сказать себе больше, здесь или в Америке? И здесь, и там тоже. Я смогу писать что угодно, сказать, что я хочу, но на интернете, тоже с друзьями. Я чувствую себя комфортно, когда я хочу сказать мое мнение, в принципе, это без проблем. В плане медиа американских там нет такого влияния извне на политику новостей, на каналы также влияют или нет этого влияния? Есть влияние, конечно, потому что у нас есть система в США, где владельцы это большие компании, да? Поэтому у нас как Fox News, примерно CNN и так далее, все принадлежат к компании большая, поэтому у них интерес, может быть, бизнес-интерес, может быть, политический интерес, и это влияет на свои репортажи и свои позиции на эфире. И вы в Украине давно, последняя статья, которую я ваша читал, если я не ошибаюсь, это выходило на польский ресурс, Five Years After Maidan. Вот, вы подводили итоги для польского читателя. Вот можете в трех предложениях итог этой пятилетки? Я могу сказать, что мое исследование – это на гражданское общество. И я считаю, что в Украине гражданское общество растет. И это очень хороший пункт, потому что до Майдана было чуть слабее. Но есть влияние, есть возможность развивать свои проекты, свои новые медиа, гражданская медиа и так далее. Поэтому я считаю, что по сравнению 5 лет назад это очень хорошее развитие в Украине. Вы работали в украинском медиа, это 1+1. Да. Что входило в ваши обязанности и почему вы проработали чуть больше года? Я работал как редактор и корреспондент тоже. Я поехал в Донбасс, чтобы снимать ситуацию, что там произошло. Да. Я работал год, потому что у меня был контракт. Мы хотели, пригласили нас создавать новости для иностранцев, чтобы показать ситуацию в Украине. И я считал, что это был хороший шанс делать этот проект. Мне было интересно работать в СМИ, телевидении. Поэтому, да, я работал до конца контракта и потом. Много было ограничений, о чем нельзя было говорить в эфире? Или не было такого у вас? Я не скажу, что у нас была такая ситуация, но, конечно, есть позиции. Мы были какая-то проукраинские в этот момент, когда была война и так далее. Это было
ну, сложно разбирать, что происходит в СМИ в Украине. Потому я тоже не знал, как иностранец, я не знал, что какая ситуация есть в вашем СМИ. Но я сейчас более, конечно, у меня есть более знания, и я более знакомый, что, ну, как ситуация между каналом и между, ну, СМИ вообще. Людьми, которые управляют каналами. Да, да. За эти 5 лет больше всего толчок в развитии получило такой сегмент населения, как активисты. Они бывают очень разные. У вас есть какая-то своя классификация активистов лично для вас? Да, я работаю на этот идея claiming space. Я это называю, это мое название. И это сфера, когда вы активисты хотят, ну, защищать исторические здания, места, площадки, потому что это как место для своей, ну, ну, свое общество, чтобы собирать и поговорить про политиках, ну, случаи в их районе, что происходит, и развивать доверие друг друга. И помимо того, что есть такие эко-активисты, локальные активисты за архитектуру, самый основной класс, который чаще всего вы видите в новостях, мы видим в новостях, это такие здоровые ребята, которые приходят помогать, надавить на какое-то решение. Есть впечатление, что тоже есть на ребят влияние извне? Ну, конечно, есть. Конечно, есть. И, насколько я понимаю, здесь, в Одессе, это большая проблема. Но есть независимые активисты, и есть люди, которые просто хотят, но, делать что-то. 3 пункта, как отличить независимого активиста от того, на кого влияет. Есть какая-то инструкция, возможно, у вас лично? Инструкции у меня нет. Если есть, но политическая партия, примерно, или большая коммерческая интерес, но это, конечно, не независимые. Но если это просто гражданское общество и люди, которые собираются для идеи или для архитектуры и так далее, но это более независимые. Поэтому, да, это сложно, когда это сложно разбираться, что действительно независимые и что есть. Кому верить. Да, да, кому верить. Вот. Они в Украине больше зависимых или независимых активистов? Это всегда сложно разбирать, потому что есть местный интерес. Да, есть ну, местная майор, есть политический интерес, бизнес-интересы. Есть ли такое понятие, как зависимые активисты в Америке? У нас есть другая ситуация в США, потому что у нас есть длинная история активистов в США. Но я смогу сказать, что в Украине разница – это возраст. Да? Активисты здесь, ну, в принципе, они очень молодежи. В США у нас ситуация другая. Люди старше, и у нас... Более взвешенно это все происходит, да? Ну да, но это тоже проблема, потому что люди, как я, не участвуют в таких группах и не так мотивированы, как в Украине. Но я считаю, что в Украине есть этот люди с 20 до 40, которые очень хотят делать что-то и быть активистами, и развивать свой город, свою страну. Общались со студентами украинскими, будущими журналистами. Вот, и у вас уже есть экспириенс работы и в международных СМИ, и в американских локальных, и главное, что в украинских. Вот как вы подводите их, как вы их готовите к ситуации в украинских СМИ? Вот, и, ребята, если вы идете работать, вы должны знать, ну, допустим, 3 вещи. Какие вещи? Медиа очень быстро изменяется, что на интернете, в соцсетях и так далее, это очень хорошая способность делать что-то новое и создавать свои проекты. И тоже второй пункт – это media management, что нужно найти людей, которые могут получить деньги для каналов или для проектов, чтобы они растет. И третий пункт – это этичность, чтобы делать это, ну, прозрачно, и чтобы все знают, откуда это деньги, и все знают ваша позиция.
И, по-моему, это очень сложно. Второй и третий пункт особенно. Да. Ну, это сложно, но я считаю, что есть возможность здесь в Украине делать эксперименты. Последние, ну пускай несколько десятков фотографий, это Украина. Подписи всегда на английском. Во-первых, очень интересно узнать, откуда у вас больше аудитории, из Украины или из США? И так, наверное. Но сейчас больше в Украине, по-моему. Потому что у меня есть много знакомых здесь, и мои знакомые очень активны на соцсетях. Mm-hmm. В США меньше, может быть, потому что... Здесь... далековато это от США. Да, и тоже я считаю, что украинцы очень активно используют соцсети. Обычные американцы, вот, допустим, знают, что такое Украина, или это просто слово? Я думаю, что больше знаю, чем 5 лет назад, конечно, потому что из-за того, что произошло в 2004 году, я считаю, что есть более понимание, что Украина – это страна, что это европейская страна, и что есть что-то здесь происходит, да? Что украинцы не россияне, но есть разница. Практическая ситуация, если ваш друг вас набирает и говорит: «Крис, хочу приехать в Украину, скажи мне, что я должен увидеть, mm-hmm. что я должен попробовать и куда мне лучше не ехать». Ага. Лучше ехать, конечно, это Киев, Львов, Одессу, по-моему. Но есть море, есть европейский город и есть столица. И они очень разные, но очень показательные, что есть очень много здесь в Украине видеть, чувствовать. И еда, конечно, мне очень нравится украинская кухня и тоже грузинская кухня, и есть у вас много здесь. А любимое блюдо из украинской кухни? Из украинской кухни, конечно, борщ – это самый любимый, но в зимой это очень-очень хорошее блюдо. Но я считаю, что есть много людей, которые хотят сюда приехать, чтобы видеть трагедию, как Чернобыль или война и так далее. Особенно после сериала, думаю, людей будет больше. Да, я считаю, что это важно, чтобы понимать, что там произошло, но это не так туристическое место. Фишка. Да, нужно понимать историю и понимать, что произошло, и понимать эту трагедию, и не просто видеть, как: «О, это я турист, я хочу увидеть что-то плохое» и так далее. Поэтому я считаю, что если вы делаете подготовку, это хорошо, но если вы просто хотите увидеть что-то грустное, но это... Ненадолго, да? Да. Нужно понимать историю, нужно понимать, что люди страдают, и как это происходит, и не просто видеть как турист. Когда вы последний раз были в Америке? В январе. Где вы на данном этапе своей жизни больше проводите времени, в Украине или в Америке? Я здесь с 2011 года. Почти 8 лет я сюда и туда поезжу. Где-то полгода там, полгода там суммарно получается. Да. Что лучше в Америке, что лучше в Украине? Что? Если, просто как по комфорту жизни. В США, кстати, я очень люблю нашу музыку. Да? У нас хорошие клубы, где можно слушать самую современную музыку, рок-группы и так далее. Конечно, меньше здесь, потому что все находятся в США или где-то, развивается, конечно. И здесь сейчас больше про рэп-история, чем про рок. Но здесь есть тоже хорошая музыка, и место развивается. В Украине я считаю, что люди здесь очень открыты и хотят поговорить про свой опыт со мной. Особенно таксисты, да? Таксисты и даже на поезде люди хотят
говорить, ну, откуда вы, что вы здесь делаете, давайте поговорим немного. А вы вот как американец, у вас же развито, ну, я встречал, общался с представителями вашей культуры, развито понятие, ну, собственного пространства. Mm-hmm. Не было такого ощущения, что люди влазят, и это как бы некультурно? Ну, нет, я смогу сказать, что в Украине, в США в разные районы люди mm-hmm. другие, да? Mm-hmm. Но я из Вашингтона, и это мы более, ну, закрыты немного, по-моему. Mm-hmm. Мы дружелюбные, но не так, как... Не так близко. Не так близко, да, да. В Украине я считаю, что есть люди, когда у меня есть проблема, все хотят помогать. Да, думали когда-то о том, что вы можете переехать жить в Украину? Ну, может быть, мне очень нравится здесь работать. Я люблю свою работу в Украине. Что именно вы делаете сейчас в Украине? 9 месяцев я здесь работаю как исследователь. Mm-hmm. И работаю с университетом Каразина в Харькове немного. Mm-hmm. И я провожу исследования, сделаю интервью с активистами, представники гражданского общества, и я пишу статьи. И это очень хороший шанс поехать в другие регионы в Украине. Харьков, Одесса, Львов. А вы были в России? Нет, не был. А интересно поехать сравнить, вроде как считается, братские народы и что одинаковые люди. Интересно было бы сравнить, так это или нет? Да, мне интересно, но у меня не был шанс. Я хотел поехать туда в 2004 году. Угу. В 2004 или в 2014? В 2014, извините, угу. Да, в 2014. Но во время Майдана и после Майдана я понял, что это не... Не время. Но если бы будет шанс, вы бы поехали за ресерчем посмотреть просто как? Да, я хотел бы, но я смогу сказать, что у меня есть, конечно, отношения с Украиной. И мне здесь нравится работать. И да, я, конечно, хотел бы поехать туда, в Москву или в Петербург, и видеть, что там. Что ж, спасибо большое, что вы пришли к нам. Очень было интересно пообщаться. Ждем результата вашего исследования. Спасибо вам большое. Good luck. Thank you. Редакция.